Шайба так в сторону ворот покатила. До Коста. Его вдвоем обрабатывают Брукс Мейсик. Передачу гол! А вот, пожалуйста, вот и ответ екатеринбургского автомобилиста Анатолий Голышев. Голышев третью свою шайбу в этом сезоне забрасывает в ворот Слава Билаева. Успел передать привет кому-то на трибунах, видимо, кому-то из своих близких. Ну и дорогого стоит вот найти в амуниции Самонова какое-то пространство свободное, куда можно отправить шайбу. Конечно, отдаем должное мастерству Анатолия.